Написано, дорогие, добрый день, уже даже добрый вечер. Вот все, что услышал, и действительно необходимо делать акцент на то, чтобы, поскольку многие пользуются интернетом, и ребят ограничить от интернета, к сожалению, это действительно невозможно. До определенного возраста, да, после, если можно ограничить до определенного возраста, то после уже это все невозможно. И как-то мне очень понравилось, что было такое на конференции со священниками, и было сказано, что священнослужителям все-таки нужно вести просветительскую деятельность в сети интернет. Необходимо. То есть альтернативу, доброе, хорошее, что было на гляньте побольше тоже. И как раз причем вот тема моего доклада — это просветительская деятельность духовенства Русской Православной Церкви в сети интернет. Опыт работы. Сама просветительская деятельность духовенства в интернете уже говорит о добром, хорошем и светлом. Священнослужители Русской Православной Церкви стремятся донести до каждого высоконравственные ориентиры в жизни и используют для этого все возможные методы. Вечную заповедь Христа «Идите, научите все народы» сегодня можно реализовывать гораздо успешнее, чем какое бы то ни было другое историческое время. Благодаря интернету мы можем войти туда, где нас хотят принять и послушать, да и в любой дом по всему миру. Многие соотечественники, живущие за рубежом, пишут слова благодарности за тексты и новости, которые опубликовываю на каналах интернета. К миссионерской деятельности в интернете нужно подходить очень ответственно. Помнить, что интернет является также и потрясающим ресурсом для духовного, нравственного воспитания всех поколений. На сегодняшний день многие пользователи моих 9 каналов с общей численностью около 30 тысяч подписчиков и каналов Довбихинской станицы, их 3, с общей численностью около 3000 подписчиков, пишут отзывы, по которым видно, что плоды просветительской деятельности в интернете очень ощутимы. Регулярно пишут комментарии, иногда очень пронзительные, в которых люди рассказывают, как рады видеть, что духовенство помогает всем желающим, особенно родителям и детям, обрести правильный путь в жизни. Пользователи каналов регулярно просматривают новость именно с деятельностью воспитания учащихся классов казачьей направленности, это при школе номер 10, и воспитанников воскресной школы при храме Крова Пресвятой Богородицы, села Лучино, Приморский край. В этом году дополнительно набрали 3 класса казачьей направленности, 1 в Арсеньеве и 2 в селе Чершеве, благодаря миссионерской деятельности в интернете. Родители сами пишут или при встрече говорят, что мы вас видим регулярно, то есть деятельность именно духовенства, также казачества в интернете. Чем вы занимаетесь, вот и решили быть с вами. В ушедшее воскресенье была встреча с молодежью, возраст от 18 до 35 лет в городе Хабаровск. Узнал об их отношении к просветительской деятельности духовенства Русской Православной Церкви в интернете. Все, дорогие, единогласно поддержали, так как большинство из них пришли в православной вере именно через интернет-каналы священников. Вот, поэтому хочу сказать о том, что когда есть возможность нести, пускай даже образ жизни, свою деятельность, свои какие-то мысли, делиться о них в сети интернет, конечно, да, нужно, если начинаем, ну, открывать свои каналы, конечно, да, пожалуйста, техника безопасности. Техника безопасности должна быть на высоком уровне. И стараться, мне было не раз сказано программистам, никакие пароли, совершенно никакие пароли не сохранять в интернете. То есть вот у меня конкретная книжечка, где все записано. Все пароли всех аккаунтов. Потому что это очень важно, также могут. Ну и, конечно же, тоже стараться все просматривать комментарии, потому что могут писать что-то и плохое. Однако, дорогие, вот хочу сказать, что подвести итог. Молодежь, она в интернете, и что, если мы хотим ее привлечь к правильному образу жизни и правильно пользоваться интернетом, нужно об этом говорить. Нужно об этом говорить.
Большое.